4 часа утра. Предрассветную тишину разорвали залпы десятков тысяч орудий. Фашистские самолеты и танки ринулись на восток. Вслед за ними шли миллионы жестоких убийц. Мирный труд людей оборвала война. Весь народ от мала до велика встал на защиту своей страны. Это бесстрашие защитников Бреста. Это 900 дней блокадного Ленинграда. Это клятва панфиловцев. Ни шагу назад за нами Москва. Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом. Это подвиг героев Курской дуги. Это штурм Берлина. Это память сердца всего народа. Забыть прошлое значит предать память о людях, погибших за счастье Родины. А ведь было нас много. А ведь было настолько ошломилась дорога. Наши раны болели, наши кости белели. Мы солдатская лиха вместе с кашей ели. Нас все меньше и меньше. Мы уходим далече. Это мы погасили бухенвальдские печи. Наши роты летели, наши души сидели. Смерть погреться ходила к нам в окопные щели. Нас все меньше и меньше. Надвигаются годы. Мы из той, из двужильной, из солдатской породы. В трудных снах оживая, бьет метель фронтовая. Вся в рубцах и ожогах. Наша память живая. Уважаемые ленинградцы, уважаемые участники сегодняшнего митинга, конечно, да, 22 июня навсегда вошел в нашу историю как, наверное, самая траурная и самая печальная дата. В этот день, в далеком 41 году, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. И, конечно, в памяти старшего поколения, в памяти наших ветеранов, эти годы останутся как самыми страшными и ужасными. В наших сердцах навсегда будет жить подвиг всех тех, кто отдал свои жизни на полях сражений, всех тех, кто был замучен в лагерях, умер от голода и холода. И сегодня мы преклоняем голову перед их подвигом. И, конечно же, в этот день огромные слова признательности нашим ветеранам, отстоявшим эту победу, давшим нам возможность жить под мирным небом. Мы, безусловно, в наших сердцах, в нашей памяти должны оставить всех тех, кто, на мой взгляд, героически, стойко, вопреки всему, отстоял нашу Родину. Низкий поклон и вечная память всем тем, кто защитил нашу Родину. 3 года, 10 месяцев, 18 дней длилась Великая Отечественная война. Благодаря рассказам ветеранов, благодаря письмам, которые сохранились с фронта. Это были тяжелые времена. Насколько нужно быть преданным своим ценностям, чтобы, несмотря на страх, идти навстречу к смерти. Именно любовь к семье, любовь к родине дала им силы и волю, чтобы победить в войне. Мы, молодежь 21 века, храним память наших героев, которые дали нам возможность жить в мирное время. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нам, детям 21 века, дорого будущее планеты. Наша задача – беречь мир, бороться, чтобы не убивали людей, не гремели выстрелы. Небо должно быть голубым, солнце ярким, теплым, добрым и ласковым. Жизнь людей безопасной и счастливой. Но память должна быть вечной.